Цвет в живописи – цветовой круг. Вспомни, что мы называем цветовым кругом и расположение в нем цветов. А теплые цвета, холодные цвета. Контрастные цвета. Контрастными называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга. Контрастные цвета, помещенные рядом, усиливают, дополняют яркость друг друга, поэтому их часто называют дополнительными. Противоположные контрастные пары цветов в цветовом круге. Контрастные триады цветов в цветовом круге. Получение из трех главных цветов – красный, желтый, синий – промежуточных составных цветов. Рассмотри праздничный натюрморт Асламазян. Как напряженно и радостно звучат на картине контрастные цвета. Можно сказать, что художница верно угадала соотношение тонов и оттенков цвета и создала точную колоритную картину действительности. Колорит – это совокупность связанных между собой воедино оттенков цвета и тона, которые в своем единстве точно отражают увиденное и заключают в себе художественную идею. Родственные цвета. В цветовом круге каждый цветовой тон – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и примыкающий к нему соседний – называются родственными цветами. Контрастный цвет ярко выделяется на фоне родственных. Ван Гог. Подсолнухи. Характеристика цвета. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота и насыщенность цвета. Коровин, весна. Насыщенность цвета. Цветовой тон характеризует цвет или цветовой оттенок предмета. Красный, оранжевый, зеленый и так далее. Светлота – это степень высветления цвета, то есть это сравнительная степень отличия от темного. Чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет. Насыщенность цвета – степень интенсивности яркости цвета. Чем меньше серого цвета в смеси, тем ярче, насыщеннее цвет данной смеси красок и наоборот. Борисов Мусатов. Весна. Светлота цвета. Ткачев на солнышке. Цветовой тон.